Юная фокусница из Новочебоксарска покорила Первый канал. Вика Орлова стала лучше всех в искусстве магии. Где и как учат на волшебников, секреты раскроем в следующем сюжете. С резинками я научилась делать за неделю, но потом я оттачивала свое мастерство где-то еще недели две. С веревкой я сделала фокус за 3 недели. Ловкость рук и никакого мошенничества, как говорится. Попасть на съемки программы Первого канала Вика мечтала давно. Год назад заинтересовалась фокусами. Месяцы тренировок и ее мастерство удивило всех. Максим, вы что-то... Руки застряли. Боже мой! Прощайтесь! Спасибо! Кастинг в программу проходил еще летом, и в октябре состоялись съемки. 2 дня ушло на репетиции. Специально для девочки сшили смокинг и заказали туфли. Вообще у меня много фокусов, потому что, ну, я не считала. И я хочу уже развиваться больше в микромагии. Это такие мелкие фокусы, которые лучше показывать с близкого расстояния зрителям. Фокусы, они развивают мелкую моторику, легче... становится как-то писать, что-то делать руками. Вика живет в Новочебоксарске, в школу фокусов ездит в Чебоксары. А еще она учит китайский, занимается конным спортом и ходит в художественную школу. Ну и суть не то, чтобы отвлечь внимание у публики, а направить его в нужную сторону. Видишь, как эта птичка? Хотя ее там нет, но ты посмотрела. Так же и здесь. Мы смотрим на руку, акцентируем внимание сюда. Но монета находится в этой руке. Учитель Вики Альберт Пластинин, известный в Чувашии иллюзионист. Главный секрет в деле волшебства, говорит он, трудолюбие и терпение, которое часами, днями и неделями оттачивают на практике. Ирина Волкова, Мария Шоклева, Игорь Зверев. Республика.